На улице крепостной комиссия обратила внимание на объект, где осуществляется торговля продовольственными товарами, хотя сам объект размещен без разрешения. Нарушение прав и законов торговли видно сразу. Отсутствует уголок потребителя, нет книги отзывов и предложений, ценники на товар оформлены неправильно. Закон Краснодарского края об административных правонарушениях предусматривает ответственность от предупреждения до значительных штрафов. Оперативные меры реагирования в данном случае принимают не только органы местного самоуправления, ОВД, но и в том числе Роспотребнадзор. Цели этих рейдов – пресечение нелегальной торговли, поскольку нелегальная торговля за собой влечет в первую очередь опасность для жизни и здоровья анапчан и гостей города Анапы. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, по сути дела, создают неравные условия для хозяйствующих субъектов. Специалисты администрации составили акт осмотра объекта, выписали протокол о административном правонарушении, который будет принят на рассмотрение административной комиссии. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.